Я там ДДшкам покидаю. На полы тоже только по анонсу отдаю. Энджи, у нас с тобой по старинке. Ты слева, и центр, я справа. Че, Коват, ты будешь верить на полы, чтобы я не говорил? Да нет, давай ты. Ну, короче, будем... Не, давай ты. Сопроты обновите, у кого спали. Секунд до перезаряд. Массакру отдам. Ой, где ты вахали? Девка сарву тебе отдал. Следующий на кого-то. Зуженусу пальва нужна. Следующий нам народ. Переходите. Галымер ползится. Кто следующий? Все друиды. Алоэ? Пускай алоэ будет, да, 2 секунды. Так. Вот теперь можно. Я накинул. Сейчас нам на руку. А метел скинь. Кават дальше. Кават следующий. Барки скинь, жужу на сальва нужно. Чё там, чё, надо будет забрать. Забирай. Джунэн, стопни, следи за своим тритом. Переходите. Джунэн, не бей вообще, иди по слакам. Пидор выкидай. Кто там сферы взрывает?
далековато будет. Сейчас перебежим, я там был. Три секунды прошло. Следующий монолог. Сальву на кого-то разоря. Да. Второй хант ты напуливаешь, нет? Что-то не сомневаюсь. У меня сейчас так еще на войде. На войде, короче. Он должен уже был убежать. Добавил. Нету дебафа. Девку сальву отдал. Сбагался? Да. Да, урон нормальный проходит. Забрал. Дайте Инер, пожалуйста, по шторму. По шторму сидит. Даю Инер. Следующий. Алло. Значит, враска сальвы по воину. Следующий кто? Алоэ. Алоэ. Дал сальву мне? Ага. Отлично. Женоин враска, следите за тритом. Наковатый. Хант, ты в дискорде, нет? Ты подбирал тоже, да? Монород, секунда, на монорода путь. Сука. Сейчас был? От трупа моего отверни, босс. Да, был. Встань, лоха отдам. Следующий... Коват. Алоэ? Коват? Нет, коват. Я зубы держу, ребят. Если не так. Ломать. Всё, отбагал. Купол он поцелил. Нет, нет. Монород, стоп, не бей. На пульте так. Вот, лапку дайте. Вот следующий кас, зубы по монороду. Так, а, зубы, да. Сейчас, зубы. Да. Станьте под зубы, пожалуйста. Ну, близок, босс. Его сложит, убирай. 5 секунд. Кирс с ритмом аккуратнее. Поставил тотем. А вой, следи. Пускашка. Жужик родной, сын пошел. Жужик, ближе, поджопи сын, пожалуйста. Валэ. Я зафейлил. А пул валэ. Я зависит. На тебе, валэ. Монород дальше. Войт, как ты там набираешь? 2000. А он не наберет уже. В монорота на пол. Алоэ, стоп, не сальву по алоэ, сильно дохрена бро. На пол сейчас жесткий будет. Хазария, есть сальва? Еще есть на пол, на монород. Все, 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 нормально. Кулак обнимите по возможности повару. Куда? Где? Дальше в кого-то монород топнем. Враска сальву по монород. Давай на кулак.
Там что, у шторма до хера три-то. Ват забрал. Алло, сколько дартаков? Алоэ, ну у него еще стаки. 10 секунд, может. 10 секунд, дай 20 секунд. Ну у меня не спали стаки, я еще дальше. На монород опустишь. Пробуйте, пробуйте, бьем. Маны нет. Крылья. Сейчас мне сейвы будут. Апнуться, накинул. Накинул капли. Все, надо на роте. Сейчас догоню, нормально. Малой. Ребят, так. Маны нет. Сейчас заберу. Разве? Забрал. Сука, полюбил. Зимс. А как бить, я не могу понять, если Салима монотанков сдаёт. И как? 16 лямов. Милики на этом боссе, это типа довески. Чё там по захилу, блин, работает? 16 лямов лужа. Я сейчас тоже Т5 изъяном буду тестить. Может быть, будет по мане полегче. Потому что Т4 стал бесполезен тут вообще. Я не успеваю цепуху дать, уже все захилы. Садишься жестко, ну. Ну сейчас может полегче будет, подожди. 16 лямов, он балдит. А КПС вырос или? Вообще просто невероятно. Как кто там говорил, как цифра включить интерфейс? Текст двое там вырубить цифры. Просто у меня ни скады, ничего не стоит, сейчас выключу, чтобы не лагало. Ах, я Чё там в Омане? Кто был под ДДшником? Вага не заметил? Сова. Там две совы, соответственно, Кирс вылезал. Потом в какой-то момент шторм охренеть как вылез. Вас пробивало, я хилил. Это он, видать, из-за хила. Лыжи кидал. 16 лямов. Неликс там то. Неликс вот в конце стало догонять. Стабильнее всего это вот совы, потом Кирс. Смотри. А, еще там фраска какой-то, наверное, был. Что, Неликс? Неликс вообще в Т10 бьет, так что не надо тут. Ну ты в я пока в конце говорю, то что ты появился. Т10, ты издеваешься? Так я специально одел Т10, потому что если я одену Т4, я. Ой, Т5 я получу ГП. Одевай обратно, я сальвы даю по дамагеру. Чё ты, блин? Сорву агро, виноват будешь ты. Одно исцеление. Рейчат, посмотри. Да ДПС хватает, ребята, не в том проблема, нормально всё. А, 16, 30, ну нормально. Я так не понял, почему танки так сильно отрывались от других? Знаешь, что надо качать? Вот этот теперь чё, надо кого? Его качать. Какой? Чё, отрыв такой был на последней фазе у танков сразу. У, наверное, все сдали. А, снижающую угрозу? Конечно. Теперь да. Только вместо чего? Слышишь, Гевка, Жунен дилку покупает за 5к голды. Чё, дашь больше? Я могу ГП дать. Кому же, да? Обоим. Ебать. Давайте бафаться и уже начнем. Чё, долго сидим. Этих ждали. А, все, уже не работает. Понимаю. Не работает уже теперь? Да ладно. Чё, на баф пул? Алекс, ты идем Т5? У меня работает, это на Т4. Я перейду сюда. Чарльз не можно перефазить, что ли? Фарада? Неликс. Это типа перед каждым боем надо будет переодевать. Верно. Народ, я не танк. Чё пристал? Блин.
почитай, что за формула в Т5 про отпали, а потом уже пиши про блок. Фарада чего не хватает? Ну, Полин, зато с таким отхилом можно усилки скидывать. Да. Да. Монород, к слову, урон и обзор. Налой, пульс. Да я просто не беру. Скромный. Малое. Перефаз. Вот отсюда вон. Что, может обратно? Центру. А что происходит? Успокойся. У нас третья будет центральная. Сейчас будет центральная. Следующие ниры по откату, по шторму. Заранее. Я фингу сдам. На монору покупишь. Ну или попали. Жунуэнс. Девка, следи за Тритоном. Нету сальвы еще. Потом пока. Сейчас на кого-то. Девки отдал. Женой Андаркис, аккуратно с Тритом. Следующий. Так, Лайд заберет. На ценах после тактики, как мы начинали бить. База. Так, кто там следующий? Алоэ. На алоэ, пульте.
30 секунд. Капля есть, коватка? Я уже давал. Да. По шторму давайте, я финду сброшу. Под следующий как дам каплю. Отдал. На лове сильно. Не выживу. Два стака только. ШВ пошла. Да это Розария сальву поводит быстрее. Под жопу все, ребят. Под жопу. Какую жопу? Зачем? Еще фаза будет. Тихо, тихо. Тихо. Не фотить. Тормозы нервовы. На монорота будет. Сейчас будет по центру сфера, оббегаем ее, не бежим прям. На конце новом, сука, дал. Ай, блядь, ну сказали же, не бежать. Пойдем, бежим, хилимся, бежим, бежим, дальше бьем. Захилили, все хорошо. Дебаф по ханту дайте. Ольга, страхуй там тоже. Народ на тебя. Оно не работает, так спал. Дальше встал это на поле. Девка, осторожней, стрит он Калю уже, наверное, он дал. Че, на Войда нахуй? На кого-то, на кого-то. Теперь на у меня два. Войд на кого? Сейчас я догоню. На Войда пульс. Хант на пуль на Войд. База началась. Лоя, ты сейчас порвешь, так что беги. Пускай Лоя будет. Браска, осторожней с ритом, топни. Алой хильте, бля. Алой хильте, треугольник, вон. Эй, беги, дай каплю. Про мою сальву забыли или что? Нет. Успокойся, сейчас скажу. На бой допустим дальше. У Монорота нет дебафа, он второй по агро. Есть? Все под... Под жопу, под жопу, встаньте. Не возьмите, я не люблю. Кто следующий? Ой. Ой, дай крикнуть хотя. Монара тоже подбивай там. Кто следующий берет? Забрал. Следующий товар. Причина того идет. Ребята, если вы хотите пройти нормально, станьте причинами, еще раз там говорю. Пиши собирать 300 к поклоне. Потом в монорота напуливать. Все, сейчас пятый можешь забирать. Шива, еще один выдержу, и все. Все, он забрал. Монорота на полу. Ну, у меня сильно будет на полу, он сорвет. Не, давай, монорот там далеко. В монороток. Еще чуть-чуть
что у тебя там тут так? Я догоню. Бей, Вайт. 10 секунд. Братка, сальва, туман на рота. Зубы есть. Не, не надо, у стороны. Я рывком его заберу. Два танк. Надо резать, это Инер Бэр. Да. Сколько Вайт стаков? Вау. Чё, капля есть у тебя? Да. Сдох. Камни. Сколько стаков вы умираете? Да по-разному, блять. Сколько? Сейчас будет на втором у меня. Да всё, блять, тут или на третьем. Падаем. 10 тысяч. Не надо писать на полную, потому что это жопа такая. Там совпадает магическая тычка с физической тычкой. Что же, с маной получше было, да? В итоге всем да. Но все равно посажу. Я говорю, Т4 стал бесполезен тут вообще. Ну только нам нужны теперь батарейки безумные постоянно. Да. Зато рейд живет. И можно и на перифазе, когда бежишь, кинуть лужу, по ней пробежали и захилили. Спокойно. Ну если, блядь, с таким отхилом мы не можем отхилиться и выживать, то, блядь, тут проблема-то. Да тут том, проблема не в этом. Поставьте за все. А, я понял. Я понял. Вы лужи обе под РДД даете или как? На последней фазе и под танков, и под РДД, что мы поэтому, все. Поэтому очень важно, чтобы все прямо ровно под жопой стояли, да. Да. Тогда мы и под танков даем, и под РДД под цвет. Да, мы это поняли уже. Тут проблема не в этом. Я могу убивать танков. Проблема нет, Бибик, он просто спросил, мы ответили. Хоть сначала на себя покидайте, блядь, за бой один раз. Блядь. Ну смысл, давайте блядь. По 3 стака тогда, я хуй знает, меняться будете по 3 стака. Так. Евка, может, хочешь шестым хилом побыть? Нет. Шестым? Да. Да мне все равно. Давай, короче, один пул, ты шестой хил, решал обратно в рейд. А, да, кто? Да, работает? А зачем тут хил? Шестой. Не было проблем. Может, зачем хил? Вам ваншоты, там не я поменял одного хила на другого хила. Так лучше танк одного добавить, по-моему. Чтобы... Да у нас нет выбора танков, просто нету. Ну, это сейчас, ну на самом деле разница особо не будет. Элбрил, спекнись в ДЦ. Сейчас. Да тут ДЦ он не решает особо. Чё, лучи появляются от этих сфер? На хлопке сферы очень решают, по-моему. Купол ставь и всё. Чё, видишь, именно хлопок, да. Именно хлопок. Или перебежка. Лучи появляются, сразу купол ставь и всё. А кто ушел? Дейдер, да? Да. Да, один пул пропустит. Надо на второй фазе по 3 стака, чтобы танки менялись. Уже все это критично, уже 3. Иначе мы не пройдем дальше. Народ, какие 3-4 часа? Мы сегодня даже час здесь еще не провели. 24 минуты хватит на пул саппорта, нет? Да, хватит. Попозитили, смотрите на все это, босс убьется, нормально все будет. Кто-нибудь можешь продать мне саппорт тут? Есть там? Барыга саппортная есть? Вот он что-то линкует, я не понимаю нихуя, что это обозначает. Какое-то сопротивление там. А мы ждем, да, чувака? Я быстро заставлю. Не обращаю внимания. Порешал зайдет, да?
Вага, слышишь, я могу себе по себе кинуть хотя бы, я не знаю, блядь, я дал один, одну сальву, блядь, под пиццам вайпа. Хоть немножко, не? Только в самом конце, и то совы больше тебя триты набирают. Так я, блядь, не бью, потому что ты мне говоришь стопать, я, блядь, не бью. Я, у меня сальва в, не в кат весь бой, но смысл мне ее, блядь, держать. Она на второй фазе понадобится 100%. КД большой, типа, я первом... не знаю. Типа на первой можешь давать, на второе это критично. Потому что я стопаю, блядь. Понимаешь? А ты нет. Тут дело не в дамаге. А что с пришалом-то, он идет или что? Чё, мне в Т5 можно спекнуться и пиздить, да? Если дело не в дамаге. Это надо на прошлом пуле сделать, на Алекс. Я, блин, мне страшно, блин. Пусть совы здесь. Я же сказал, так, моя сальва для ДДшек. Я чередую по тем, кто вырывается по третьим танкам. Когда вторая фаза начинается? После 50%. 50%. После трех перебежек. Okay. Ну я, значит, до второй фазы буду на себя сальву кидать. Да-да-да. А можно маги... столик? Я думал, инту опять попросит. Толстая будешь, много будешь есть. Тортики едят только тортиков, понял? Откуси от себя кусочек. А что там порешал-то, я так и не услышал. Вон он. Сумоньте его. Значит, на соляре вот эта лужа, когда будут у всех стаки висеть, она отлично зайдет. Надо тратить. Элбрил, готов спек? Брюли перекинул. Меняли в ней. Полина. Чего? По дроидам обновите бафы. Я не слышал. И лап можно? И приста баф. А рыбы не было или нет? Была. Ну и ладно, я сам пойду. Обращайте внимание, там кто следующий танк хидит. Ген, не уходи, тоже расскажу после рейда, чтоб не флудить. Неликс. Неликс, выбрал, скажите, как будете готовы. Коль, ты про что, про ДД? Да, он спрашивает про ДД. Ну, наныли шаманы, на самом деле, там 4 страницы на форуме про ТТ. Наныли, наныли, сделали, но не до конца. Все, я готов. Неликс? Писание? Поль, ну вдвоем намного лучше. Ну че? Ой, подведи ближе к центру. Монород. А идет? Да. Анкил выйдет с рейда. Я тут пушка же все равно.
ты быстро выйти, только один стак получил. Парада в фильм. Нелли, где? На нем 3-4 уже. На кого? Блять, кого Монару еще забирай. Я полягу. На Монару-то пульнить. Или не поляж. На Монару. Зеленка откатилась. Второй файт это критично. Решал, за отритом следи за своим. Ходи. Да где ты иди? Кто? Да мы народ. Войд? А Войд 7 скол стать. На кого-то пульт. Сакру по Войду отдал. Пройдите от коварта. Потом на алоэ. Побежали. Имира, пока дорога. Алоэ следующий? Да. Второй фазе только анонси, когда уже 3 стака критично, там на 2 стаках на пулю что-то сложится. Назария сальбу половой, да? Браска, отдай сальву, пришел. Как откатится ему сразу. Кому порешало? Да. Ой, я еще в миллион кто-то. Кто сейчас? Пока не надо. Бойк, не забирай. Нет, надеюсь, не забирай. Все, давай, потерпим. Паза. Че, на Войда на пульте?
Андрей, дай, пожалуйста, Дим на ману. Кава, сколько у тебя стак? 5. А друид сдался. Следующая луя. На 3 стаках уже надо. Брат касали его по Ольге. Я тебе попорешал, удал только что. Кого сами есть? Я отдал по тебе только что. Купол есть? Купол есть? Монорота на пульте. Под жопу встань, это уже последняя фаза. Ближе к боссу, ближе к боссу. Сильно на монорота. КД. Сколько у тебя, 5 секунд? Да, забурщу. Напуливать, нет? Сейчас кават заберет. Бля, это уже критично, надо уже ему. Какая же мусь. Нормально. Все, я нормально все заберу. Там есть рывок. Следующий минут. Надо уже потихоньку. Сальва у кого есть. Розар есть, да? Паковато, давай. Там отменишь, если что, все. Инер, пожалуйста, шторм пинки. Он рожь себе. Забрал? Шторм Инер, да. Козу стритом аккуратнее. Валой на полу. Валой, да? Да. Сколько у тебя секунд? Сейчас я догадаю. Вой до пульти. Полдай секунд. Народ набирает, не стопает вообще. У меня откатилась она. Что, ну, наверное, стритом аккуратнее. Сальвы по народу, брат. Кто следующий? Быстрее. Алоэ сейчас заберет. Он заберет, когда сальву дадут. Не надо. Не надо от сальвы дадут. Следующий бой. Сальву Алоэ отдал. Сильно много игра. Вейда пульс. После войда в кого-то. Надо уже забирать тебе, слышишь? Сейчас он заберет. Сейчас заберу. Отходи. Следующий кто? Кават. Хильте сильно. Заход идти. Короче, я по тебе уже даю. Давай. У кого сальва есть? Нет, русский. Я сейчас еще на пулю. Может, какой-нибудь можно снять? Еще на поле. Шивы отдал, один стак выживу еще и все. Еще есть на пол на кого-то? Сейчас я поберу. Все, больше не будет. Есть зубы на есть? Пол на кого-то? Капля от лупа. Давай погоди что-то. Хуй знает, забирай уже, хуй знает. Сейчас я найду. Бать. Сейчас его сложат уже. Да, все. Господи. О. Хороший. Следующий. Алоэ. Следующий. Я потихо на поле. Порешал, сагру. Осторожное. КД 3 секунды. Что там он заберет, нет? Я полков отдал. Я на пулю. АП мы ждем. Понял. Дал тебе. БР раз точно. Я тоже на поднимаю. Под хлопок не построил. Монорота на полу. Ребаф он дает. Паладин андроида. И ханту. Алоэ дал сальво. Дал твоего друга, да. Сильно алоэ хит. Монород сейчас сервер. Монород.
У Войда на пульте нормально. Есть сейф какой-то? Да. Салют, да? Хорошо. Нет, пока не надо. Войда на пульте. Че это? Капли там по монороту давайте. Под стаки. Я на два стака вызову. Добивайте там же ляму у босса или два ляма. Попытаюсь. Да, нормально. Там лям. Ну вот, да вы переживали. О, сапожки, смотрите, смотрите. Охренеть, штаны какие. Да лучше тебя вот два раза забрал. Надо же. Когда этот чит гребаный упадет, а? Не, блин, так реально, два шамана охеренно хит. Охеренно, ага. Нашел, пришел, спасибо. Я там не вижу, но я чувствую, что рейд просто ждет. Ебать, ты посмотри модельку этих сапогов, ебать, они такие обоссаны. Через shift, через control, через что? Так в ZS такие же кожаные, точно такая. Санина, блять. Лага, чё, идём на соляру или леру? Не нравится, не бери. Пойдём посмотрим. Да. Нет, три босса за день это перебор. Мы сейчас пойдём просто в ВК обычно. Ну ладно, пойдём сделаем один пул, если жаждущих много, сейчас вообще будет. Лага, там трэша больше, чисть. Ну, а, я выиграла сапожки? Можно, слышишь, награду убить РС 25 гер. ХМ-ку убить. РС 25 гер, нормальная тема, да? Ну что-нибудь, короче, закрыть, потому что полтора часа еще есть. Че за не полтора, а час 15. Лага, куда? Че ДВ может спать? Ну да, тут трэши мы сейчас замучаемся. Ну типа в награду, что два босса убили РС-ку, да, людям? Нормально. Да не, какая награда, ты шо? Блин, у тебя сейчас стаки спали? Фиолетовый босс. ЖП выдал ДВ рейд. Свободен, можете ливать. Я поставил магию. Так, ну-ка, дай портал. Так чё, Лага, куда? Парада, дай портал. Сейчас проверю. Ну, пойдёмте, что ли, РСХМ. Изи. Работает. Ну, вроде да. Ну, откуда у меня воронка? Кто-то мне воронку дал? Или я выиграл? Троллил, на халяву. Откинули это палево. Правильно? Ой, то я забыл у тебя в рюкзаке. Когда босса танчили, да, закинул. Да, случайно. Перепутал.